command. Loud and clear, on my way. Рыцари, как вы видите на этом графике, наши продажи выросли на... Простите, что ж такое? Наши продажи выросли на 20%. Что за волшебное устройство предо мной? Это ультрабук. Он разрешил мне его купить. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный, ультрабыстрый ультрабук. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. Сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Тоже всем привет, друзья! Сегодня с вами Strike. Сегодня мы будем смотреть за командой Natus Windsor. Также будем смотреть за командой The Nation. Сегодня у них великолепное противостояние. Напомню, команды идут впритык, в притирочку, можно так сказать. Команда Na'Vi занимает сейчас второе место в старсерии. The Nation идут вслед за ними, занимает третье место. По статистике, Na'Vi пока идут без поражений. 7 матчей, 7 побед. У The Nation 8 игр. Одно поражение от команды ESE. Проиграли они карту The Train со счетом 16-5, если не ошибаюсь. Ну и все остальные 7 матчей свои также выиграли, как и Na'Vi. Единственное, что у Na'Vi есть матч в запасе. И вот у The Nation есть реальный шанс сократить отставание, а может быть даже выйти вперед после этой встречи за счет личных встреч. Опять-таки же тавтология, но ничего страшного. Так, у нас, по идее, должен с минуты на минуту начаться Knife Round. Были какие-то проблемы с желудком у игрока команды The Nation. Вот застрял он в туалете, не знаю, по какой причине. Может, Малеха перепугался перед матчем с Na'Vi, но да ладно. У нас боевые рестарты. Кстати, вот что хотел бы еще сказать по поводу сегодняшнего матча. Это то, что мы сегодня попробуем поэкспериментировать и полностью доверимся автодиректору. Не знаю, насколько оправдает он себя, но это как минимум будет интересно. Матч тем более достойный. Вчера пробовал я пару раз подключать его. В принципе, выбирает отличные моменты. Не так, как было в 1.6, когда там идет где-то экшен, а автодиректор выбирает, как в это время игрок просто закидывает куда-то флешку. Этот автодиректор, вот он четко настроен и показывает вроде бы самые-самые интересные моменты. Поэтому будем полагаться сегодня на его способности, ну и посмотрим, что из этого выйдет. Так что если по ходу трансляции мы будем пропускать какие-то моменты, я попробую тогда уже изменю на ручную
настройку и буду сам перекладывать и выбирать интересные моменты. Если, конечно, доведет все-таки автодиректор, в чем, в принципе, я сомневаюсь. Но у нас уже начался ножевой раунд. Что можно сказать по поводу карты? Эту карту играют обе команды довольно-таки хорошо. Так же, как и Na'Vi, так и The Nation уверенно защищаются, в принципе, также и атакуют. Вот The Nation выиграют ножевой раунд, пишут свап, будут они защищаться. Ну, а Na'Vi будут атаковать. Вот. Наверное, все мы с вами ожидаем невероятные зарубы. Но я думаю, ребята нам ее с вами подарят. Потому что реально обе команды сейчас сильные. Na'Vi набрали все-таки форму уже какую-никакую. Вот после того, как после своего отставания, вот с опозданием начали они играть в CSGO. Но постепенно набирает команда обороты, чувствует в себе уверенность. Начинает вот вспоминать, как же она раньше раздавала. Ну и давайте уже переключимся на игру и посмотрим, что же у нас будет в пистолетном раунде. Видим мы, The Nation полностью отдают аппоинт, играет на инфу Кибакина. И вот вчетвером будут принимать бэплант. Na'Vi пока никуда не спешат, действуют очень аккуратно. Сеня контролит поджим в погреб. Сережа Старикс, он же Dark Passenger, он же темный попутчик команды Na'Vi, чекает бэплант. Но, видим мы, основные силы Na'Vi перетягиваются на плент. Скорее всего, вот готовы были вот к такому исполнению раунда от команды The Nation. И будут выходить на пустой плент и пытаться сдержать бомбу. Так, опять-таки же смотрим на карту. Да, вот Сережа Старикс поднимает бомбу. И вот Na'Vi точно уже пойдут на плент. Но по идее... Так, опять-таки же я доверяюсь автодиректору. Уже на автомате сам начал клацать, но... Опять-таки же, отпускаю руки и будем смотреть четко, что у нас происходит. Зев забирает Кибакина. Ну вот, пока автодиректор работает отлично. Старикс устанавливает бомбу. Na'Vi втроем врываются в респаун. Ну вот там вот сейчас будет самый экшен. Пытается подловить там Сейзда. Надемажили его изрядно. Ну и продолжается у нас выбивание от команды The Nation. Флайт забирает Эдварда. Также забирает еще и Сеню в респауне. Ну и большие проблемы у Na'Vi сейчас. Флайт делает минус 3 в этом раунде. Великолепная игра от Флайта. Сейзда забирает Сережу Старикса. Ну и выбивание просто без шансов. Потеряли в начале Кибакина, но потом вчетвером взяли, собрались. И очень теплейно под флешки. Даже не было дымов. Просто взяли и выбили аплент. Как будто школьников каких-то обыгрывают, а не Natus Vincere. Вот так вот команда The Nation уверенно берет пистолетный раунд. Хоть и дает поставить Na'Vi бомбу, но все-таки пистолеточка остается за ними. Так. Давайте посмотрим, что же будет делать Na'Vi. Теперь у нас решает, скорее всего, сливать. В принципе, правильное решение. Была поставлена бомба. Можно будет закупиться в третьем раунде. Поэтому не надо сейчас принимать каких-то горячих решений, там, покупать какие-то пистолеты, придумывать что-то невообразимое и просто грамотно сыграть экраунд. Но вот пока у Na'Vi это не совсем хорошо получается. Почему-то команда действует по одному, пытаются вот, наверное, как-то вот сделать платформу для захода. Ну, видимо, вот опять-таки же Сережа Старик сделает эту платформу, ну и вся команда Na'Vi потихонечку перетягивается на веб-план. Так, ну вот. Была у нас уже минимальная перестрелка. Сейзет стрелялся со Стариксом. Должна у него сейчас проходить инфа, что вот на Б-план пойдет сейчас массовый заход. И вот смотрите, что происходит у нас. Флай должен забирать в бок. Но вот пока не попадает. И все-таки Сеню убили. Ну, на экраунде никаких проблем для команды The Nation Natus Vincere не создали. Абсолютно без размена. Ну, сейчас будьте уверены, Na'Vi будут закупаться. Да, вот, видимо, уже есть 4 АКМ. Это вполне прогнозируемо, благодаря поставленной бомбе. Достаточно денег для того, чтобы закупиться. Так, и опять-таки же смотрим на карту. Вот тут что-то уже интересное намечается. Видим, будет акцентированный проход по миду. Ну, а The Nation играет агрессивно. Кибакин врывается в мидл, забирает Эдварда. Продолжается поджим у нас. Ну, вот Зевс разменивает Кибакина. Также должен забирать сейчас Мишу Эвила. Нет, Эвил забирает его. Ну, пока равные размены. 2 в 2. Для Na'Vi, в принципе, это более удачные размены, потому что больше пространства у них появляется на карте Mirage CSGO. Ну и посмотрим, как разыграет вот такую вот ситуацию. На карте видим, Старикс контролил поджим с Б, но вот как только он начал перетягиваться, за ним вслед сразу же идет Сейзет.
Fly Aero находится на пленте. Ну и, в принципе, сейчас вот будет у нас какой-то интересный момент. Посмотрим, насколько автодиректор все это нам покажет. Сейзет уже поджал. Поджал полностью. Aero и Fly должны сейчас полностью поднимать, что вот будет заход на плент. Ну и вот сейчас вот решат все тайминги. Насколько быстро сумеет Сейзет притянуться в спину. Ну, видим, начал бежать. И вот там уже потихонечку остановился, чтобы не спалили. Так, ну вот интересный момент сейчас будет у нас. И вот, скорее всего, от этого будет много зависеть. Если Na'Vi смогут потащить этот раунд, то за атаку у них пойдет, в принципе, все нормально. Потому что The Nation будет сливать следующий раунд. Пошел на заход. Fly минусует Маркелова под коврами. Сеня моментально разменивает. Сейзет уже приходит в спину. Остается последний. Сережа Старикс. Один против двоих. Бомба не стоит. Aero красный. Ну и 12 секунд до конца раунда. Не дадут Сереже просто так поставить бомбу. Но Старикс просто невероятным хедшотом сбивает Сейзеда. Остается один на один против Aero. Aero красный. И вот смотрите, Старикс неоднократно брал вот такие вот раунды 1 в 2, но не в этот раз. Aero великолепным хедшотом забирает Сережу Старикса и дефузит бомбу. Великолепный раунд у нас получился. Серия размена в начале при поджиме The Nation Mid 2. После этого ситуация 3 в 3. Ну и грамотный поджим от Сейзеда, что, в принципе, и позволило The Nation сделать акцент на аплент. Ну и, в принципе, взять вполне логичный раунд. Ну вот, конечно, Старик смог сотворить чудо, но этого не произошло. Так, опять-таки же смотрим на мини-карту. Автодиректор пока меня полностью устраивает. Мы ничего не пропускаем интересного. Пока не хочу сглазить. Ну и давайте смотреть, что же будет дальше. Опять-таки же под флешки пытались убить Эдварда на зигзаге. Aero замечает двоих в дыму, начинает топить, ни в кого не попадает. Странно, кстати, ну вот зажим не пошел у парня, сразу видно. Ну и продолжается у нас заход на бэплэнд. Сейз забирает Маркелова в зигзаге. Уже на хлупе есть у него Миша Эвил, который вот вылетает на Б, забирает Эдварда. Ну как же так по одному Na'Vi перестреливаются? Ситуация вполне, в принципе, играбельная. Красный Старикс, красный Сейзет. Na'Vi в меньшинстве. Ну вот смотрите, Сеня еще одного надмажил до красного. Ну вот Кибакин общими усилиями забирает Есенина. Тем временем Na'Vi уже полную орудует на Б-планете. Ну вот должны не дать им поставить бомбу игроки команды The Nation. Ну и вот Сережа решил рискнуть, пойти впритык. Но нарывается на контролящего Эйвила. И в итоге капитан команды Natus Vincer один против четверых. Но вся команда, в принципе, красная. И Зевс вполне может сотворить чудо. Так, ну автодиректор вот пока нам показывает не Зевса. Ну вот, может, все-таки Зевс. Давайте, экшен. Так, Данил начинает ставить бомбу до конца раунда 20 секунд. Понимаешь, что сразу же на него будет врыв. Ну и Сейзет без проблем разбирается с капитаном Natus Vincer. И берет четвертый раунд. Пока просто шикарно все складывается для The Nation. Дебют матча за ними. Ну, а Na'Vi проиграли два оружейных раунда и будут сейчас сливать. Опять-таки же будем начинать с мини-карты, чтобы понимать, что же будет делать у нас Na'Vi. Ну и, может, что-то интересное придумают The Nation. Так, вот Na'Vi, походу, берут небольшой тайм-аут, пока вот там обсуждают все вот такие минимальные нюансы. И вот не знаю, что у нас будет дальше. Сейчас у нас есть инфа, что нас подлагивает невероятно. Но попробуем мы сейчас это пофиксить. Не знаю, что получится, не получится. Если что, пишите Покрышкину, а он уже будет связываться со мной и настраивать меня на путь истины. Так, автодиректор стоит. Смотрим мы, что же придумает Na'Vi. Собирается под флешечки выходить на плент. Начинается раскидка. Задымили Эйвила. Ну и посмотрим, наверное, за Миша. Так, серия минусов от Кибакина. Вот в такой вот позиции забирает двоих. Но Сережа Старикс разменивает. Эйвил делает минус Зевс. В принципе, без особых проблем. Ну, хотя двоих забрали на эко-раунде. Но раунд все равно остается за командой The Nation. Бомбу не удалось поставить Na'Vi. В принципе, раскидка, скорее всего, была сделана для этого, но не получилось. Так, сейчас я на секундочку отлучусь. Я, опять-таки же, удостоверюсь, пофиксилось ли или нет наши лаги. Так. Так.
Ну вот, по-моему, готовится фирменная раскидка от Na'Vi. Есть у них вот такой вот раунд под массовые сейчас флешки и дымы. Сеня будет врываться на размен. Ну а вся остальная команда будет бежать за Есениным. Посмотрим, что из этого выйдет. Тушу я X-Ray, чтобы вот так вот уже было. Нет, все-таки пока еще посмотрим. Так, пошел выход, Сеня. Так, Сеня пытался забрать кого-то в пункте, но не получилось. Кибакин врывается, забирает Зевса в коврах. Там абсолютно чисто, забирает еще и Сеню. Ну вот Кибакин большие проблемы создает команде Na'Vi на пункте. Сейзет уже пришел в спину, также пришел в спину и Флай. Ну вообще, шикарный поджим только что был от The Nation. Полностью прочитали команду Na'Vi. Ну и остается последний Эдвард, один против троих. И вот посмотрим, что же придумает Ванек на этот раз. И сможет ли он потащить такой непростой раунд для своей команды. Пока The Nation полностью переигрывает Na'Vi за дефенс, предугадывают, поджимают, очень грамотно подлавливают все вот такие вот микромоменты. И за счет этого уже набрали 5 раундов, но Na'Vi похвастаться пока нечем. Находят последнего Ваню Эдварда, Айра замечает того, ну и должны Ваню сейчас просто задергать со всех сторон. Айра забирает Эдварда и приносит 6-й раунд для своей команды. Так, надеюсь, лаги пропали. Покрышкин говорит, что все отлично. Воспользуюсь небольшой рекламной паузой. Скажу, КССЛТВ, группа ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. Там у нас появляется куча интересных новостей. Все события, которые происходят у нас на Стар-серии. Так что, кому это интересно, а я думаю, это интересно многим, так что обязательно подключайтесь. Айра забирает у нас Зевса, пытавшегося выйти из подвала. Кстати, Na'Vi закупились. Ну и под флешку The Nation пытаются ворваться в миду. Кибакин забирает Эдварда. Ну и отличное начало. Опять-таки же 7-го раунда для The Nation. Сделали 2 безответных минуса. Ну и у Na'Vi опять-таки же большие проблемы. Надо как-то разруливать ситуацию в меньшинстве. Пока вот немного растерянно выглядит Na'Vi. Ничего не могут придумать за атаку. Но я думаю, рано или поздно должны подстроиться. Видим, Есенин сейчас будет чекать перемычку. Так, ну вот перестрелка с Айра заканчивается победой львовского игрока. Выравнивает немного ситуацию, но по-прежнему в большинстве находятся The Nation. И давайте смотреть, что же Na'Vi будут делать дальше. Сейзет опять-таки же поджимает зигзаг. Играет, в принципе, очень агрессивно, поэтому это позволяет The Nation понимать все-таки, куда же пойдет у нас направление атаки команды Na'Vi. И вот-вот начинаются у нас какие-то перетяжечки. Флай стягивается на бэке. Бакин, по-моему, потихонечку спускается уже в мидл. Ну и пошел у нас заход на Б. Сейза делает минус Есенин. Знает, что сейчас будет выходить с ковров. Ну и Маркиев забирает Кибакина, который бежал уже на хлпу. Старик забирает Флай на Б-планте. И вот смотрите, уже равная ситуация. 2 в 2 была, но вот Старикс забирает еще одного игрока команды The Nation. И уже знает, где находится последний Миша Эвил. И Старикс берет пистолет, точнее, первый раунд для команды Natus Vincer за атаку. Ну, для Na'Vi теперь главное не растерять это преимущество и взять второй раунд подряд. Потому что выжил один Сережа Старикс, который даст сейчас дроп. Ну и вся остальная команда Na'Vi закупится на последние деньги. И если проиграет следующий, ну, этот раунд, то уже придется сливать. Я уверен, Na'Vi этого не хотят, поэтому надо им цепляться за этот раунд и кровь из носа брать его. Так, опять-таки же мы смотрим на карту. Na'Vi играют очень аккуратно, сдалека, контролят всевозможные поджимы. Но The Nation уже показали Na'Vi, что могут использовать они вот такие вот уловки, как флешка в мидл. И под эту флешку с перемычки вырываются сразу же 2 игрока команды The Nation. Ну и, в принципе, эта фича работает против Na'Vi. Правда, вот потом не смогли The Nation разыграть большинство. Умудрились проиграть раунд 3 в 5. Но это уже такое. Это микромоменты, на которых Na'Vi могут, в принципе, выезжать. За счет личного скилла игроков, вот как Сережа Старик сделал 3 минуса на Б-планте, и вот только за счет его личных действий Na'Vi взяли первый раунд за атаку. Так, ну и смотрим. Идет перетяжка у нас на Б-плент. Кибакин, опять-таки же, на респауне очень грамотно поджимают The Nation команду Na'Vi. И смотрите, будет очень проблемно выходить Na'Vi на Б-плент. И только вот чудо может спасти, если, конечно же, кто-то раздаст. Так. Киба. Посмотрите, где Киба. Зевс сбивает Флай тем временем. Сейзет делает минус Зевс на Б-пленте. Старикс моментально разменивает. Продолжается у нас заход на Б.
Эдвард подлавливает хилпа еще Кибакина. Ну вот Кибакин не совсем грамотно пошел. Эдвард делает минус Эвил в зигзаге. Ну и вот то, о чем я говорил. В принципе, The Nation знали четко, куда пойдут Na'Vi. Но вот что-то помешало им принять грамотно Б-план. Как-то умудрился умереть флай от Зевса. Ну и в итоге серия минусов от Эдварда. И Na'Vi берут второй раунд. Очень важный раунд берет команда Natus Vincer. Показывает, что серьезно настроена на борьбу в этом матче. Ну и доказывает то, что команды идут, в принципе, очень равно в турнирной таблице. Ну и по игре выглядит довольно-таки ровно. А The Nation вынуждены сливать. Вот так вот. Еще небольшой подарочек будет для Na'Vi. Эко-раунд. Конечно, это не девайсы, и будет полегче его взять. Но, конечно же, в CSGO пистолеты стреляют гораздо мощнее, чем в 1.6. Поэтому расслабляться не стоит. Сейзет поджимает Есенина, который контролит погреб, но решил все-таки оттянуться. И вот уже вдвоем с Мишей Эвилом будут делать выпад на Есенина и общими силами забирают. Того Кибакин делает минус Эдвард. Ну вот то, о чем я говорил, что в принципе эко-раунд, ничего, казалось бы, такого страшного не происходит. Но умудряется уже потерять двоих игроков Na'Vi. Зевс разменивает на Кибакина. И опять-таки же 3 в 4, Na'Vi в меньшинстве, попытаются разрулить этот раунд. Сейзет Эвил, кстати, подобрали АКМ Есенина. Никто не помог из тиммейтов законтролить этот девайс. Ну и интересная ситуация у нас, опять-таки же, очередной напряженный раунд для команды Na'Vi. Так, ну и давайте смотреть, что же тут у нас будет. Сейзет забирает Маркевелла, Зевс тем временем убивает Эвила. Опять-таки же, The Nation в большинстве, но находятся они без девайсов. Выбили единственный АКМ из команды The Nation. И есть у Айра вот такой вот дробовичок. Вот попробует он с ним разрулить эту ситуацию. Na'Vi тем временем уже полностью прочекивает апленд. Зевс должен забирать сейчас. Да, забирает флая. Но вот Айра с дробовиком забирает последним. Остается Старикс один против двоих. Старикс красный. И большая вероятность того, что Na'Vi проиграет этот раунд. 5 секунд до конца. Не дадут Стариксу просто так поставить бомбу. Да, не успевает Сережа поставить. И Айра забирает его. Не знаю уже, куда убежал Старикс. Явно не на плент. Ну вот так вот. Казалось бы, безобидный эко-раунд, который надо было брать. И вот, ну, умудрились Na'Vi сделать несколько вот таких вот ключевых ошибок. Сначала отдался Есенин, потом подловили еще кого-то из игроков Na'Vi. И в итоге счет становится 7-2. И теперь уже Na'Vi вынуждены сливать. Вот так вот. Казалось бы, третий раунд достанется Na'Vi очень просто, но нет. Так, вот Старикс подлавливает у нас поджимающего флая. Автодиректор, кстати, хочу отметить, друзья, просто работает шикарно. Мы видим, по-моему, абсолютно все моменты, которые нас интересуют. Единственное, что мне приходится делать, это иногда посматривать на карту, чтобы мы понимали, что же задумала команда Na'Vi за атаку. Ну, потому что именно от них исходит инициатива. И пока вот Na'Vi стягиваются на Б-плант. Эдвард с Зевсом приконтроливают мидл, будут проходить они по зигзагу. Ну, а троица Старикс, Маркелла и Сеня будут выходить с основного выхода на Б. Сеня все-таки вот решает на третий раз законтролить поджим. Кстати, а вот я сказал, что у Na'Vi эко, у Na'Vi, по-моему, нет. Был один АКМ, и остальные сливали. Так что теперь Na'Vi за счет одного девайса попробует взять столь непростой раунд. Хотя вот уже подобрал Эдвард Кольт. И тут можно, в принципе, так же тащить, как это и делала команда The Nation. Ну и смотрите, идет массовая перетяжка на Кибакина. И вот сейчас автодиректор должен нам показывать, что у нас происходит. Да, Кибакина забирает Зевс в коврах, знает, где находится игрок атаки. Кибакин делает минус Эдвард. Ну и, в принципе, выравнивает ситуацию. Но Na'Vi уже поставили бомбу. Старикс делает отличный минус, забирает Кибакина. Продолжается у нас выбивание от команды The Nation. Марик идет в спину, ну а Старикс попытается сдержать выбивающих игроков. Да, у Старикса это отлично получается. Забирает он Сейзеда. Сайра не все так просто. Идет перестрелка. Но вот забирает все-таки Старикса. Он остается при этом красный. Против Маркелова 1 на 1. Бомба достаточно быстро уже пикает. Айра минусует Марика. Ну вот посмотрим, успеет ли раздефузить. Да, успевает раздефузить. Марик, вот, не знаю, по-моему, сыграл не совсем уверенно. Должен был, вот когда уже на Сережу побежало два игрока, также бежать за ними и пытаться сделать этот минус спину, как-то вот реализовать свое преимущество. Но в итоге Айра умудряется убить и Марика. И это 8-й раунд для команды The Nation.
Ну, пока у нас невероятно напряженная первая половина. Счет вроде бы такой с разрывом небольшим, но команда играет, в принципе, очень ровно и даже очень интересно за этим всем наблюдать. Так, пошел выход у нас на плент. Флай забирает Маркелла, Кибаки минусует Зевса. Также у нас забирает Айра. Ну и смотрите, Эдвард выравнивает ситуацию, забирает двоих, делает минус три. Ваня творит чудеса, неужели заберет и четвертого? Нет, не хватило силы Ванька. Флай минусует того. Ну и Сеня один против двоих, знает, где находятся оба соперника. Посмотрим, что придумает Есенин в этой ситуации. Так, переключу я на Сеню, пока автодиректор чехлит. Ну и посмотрим. Сеня решает идти на Б-плант. Бомба у него в руках. Команда The Nation вдвоем сидит в перемычке и будет контролить А-плант до того момента, пока не поставится бомба. Скорее всего, так решили разыграть игроки дефенса. Ну и вот только сейчас Айра начинает более агрессивно играть в медле, поджимает почти на Terra Spawn. Ну а Сеня тем временем прошел уже на Б-плант. По-прежнему в тех же позициях находятся игроки The Nation. У Сени есть пространство для действия. Неужели пойдет обходить? Да ладно. Ну вот смотрите, что придумал Есенин. Во мне это очень интересное решение. Ага, нет, все-таки понимаю, что не хватит ему времени дойти до плента под шифтом. Его услышат рано или поздно. Ну и решает ставить бомбу на Б. The Nation понимает уже отлично, что бомба, скорее всего, стоит на Б-пленте. Флай перетягивается в респаун, ну и вот сейчас многое зависит от Сени. Наверное, будем смотреть за ним, никакого автодиректора нам для этого не надо. Ну и вот Есенин выходит прочекать библиотеку и нарывается на хедшот от Флая. Ну и просто великолепно Флай отыгрывает в этом раунде, делает минус 3, дефузит бомбу и берет 9-й раунд для команды The Nation. Невероятно интересная первая половина у нас. Видели мы уже серии вот таких вот. Минус 3 сначала делают The Nation, потом Na'Vi камбэчат. Ваня Эдвард в лице Вани Эдварда, который забирает троих. Ну и после этого Сеня 1-2 в принципе может тащить. Na'Vi умеют выигрывать такие раунды, но пока что-то не получается. Уже вот 2 или 3 раунда таких проиграно только в этой встрече. Так, забыл включить автодиректор. Эдвард забирает Кибакина. Сейчас, ну давай. Давай, автодиректор. Нет, пока не хочет активизироваться. А нет, все правильно. Айра забирает Есенина. Тем временем Зевс находится уже на пленте. Эвил забирает того в бок. Na'Vi остаются вдвоем против четверых. Старикс и Маркелов. Ну, в принципе, два нереально мощных игрока. Ну вот, Марик получает хедшот в спину при попытке пройти по зигзагу. И оставляет Сережу Старикса одного против четверых. Так, что-то автодиректор поглючивает, что-то он... Завис над телом Маркелова, но в итоге исправился. И вот посмотрим, наверное... Непонятно, почему, кстати, вот сейчас вот такой вот тупнячок. Старикс идет вообще на аплент, а показывает нам Флая и Сейзда по очереди, которые контролят совсем противоположные точки. Эвил замечает в коврах Старикса и без проблем расправляется с тем. 10-2. The Nation громят Na'Vi за дефенс на карте The Mirage. Не знаю, в принципе, дефенс тут сильная сторона, доминирующая сторона. Я уверен, что если Na'Vi перейдут и возьмут пистолетный раунд, то мы с вами можем увидеть просто зеркальную вторую половину, только Na'Vi будут теперь защищаться. Так, опять-таки же, какой-то волевой бай от Matus Windsor. Есть слабенькие девайсы у них, вот такие вот голивы, но вот попадают под перекрестный огонь команды The Nation. Размениваются всего лишь одного, при этом потеряв двоих. Сейзет делает минус Старикс на Б. Продолжается заход у нас на Б-плант. Ну и Сейзет, походу, тут чувствует себя как рыба в воде. Так, глянем на миникарту. Маркелла в зигзаге. Сейзет забирает того. Последний остается Ваня Эдвард, который находится вообще на А-планте. Вот по задумке Na'Vi кто-то должен идти в спину. Но вот пока этот игрок доходит в спину, Na'Vi почему-то все погибают уже. 11-2. Опять-таки же, очень уверенно играет The Nation за дефенс. Потеряв одного, разменивают всю команду Na'Vi. Так, что еще можно сказать, друзья? Следующий матч, который мы с вами будем смотреть, это будет, наверное, супер матч сегодняшнего дня. The Nation будут играть против команды NiP. Вот если найдут в себе силы и доведут начатое до конца, победив команду Na'Vi, смогут сразиться с фаворитом Star серии. Ну и
попробовать одолеть еще и его. The Nation, в принципе, их можно назвать командой молодых ветров. Потому что все парни, в принципе, молодые. Все с желанием, все с большим приоритетом на CSGO. Ставят большой, ну, вот для себя невероятный приоритет и пытаются тащить. Ну и довольно-таки неплохо получается у них в этом сезоне. На самом деле, наверное, никто не думал, что вот удастся им возродить вот такой вот составчик, который сумеет вот так неплохо играть и радовать своих фанатов. Тем временем у нас Кибакина разменяли на Зевса. Эвил опять-таки же поджимает ковры. The Nation играют очень нагло. Флай с Эздом забирают троих игроков Нави на Б-планте. Но и остается последний. Опять-таки же Эдвард, который где-то заблудился. Вот только сейчас он на подходе к Б-планту. Ну и тут уже АВП и Сейзед просто не дадут Ваньку расслабиться. Так, ну и Айра отличным выстрелом с АВП забирает последнего. 12-2, последний раунд первой половины. У Нави полностью провалилась атака. Ничего не получалось. Ну, тут, скорее всего, в этом заслуга команды The Nation. Великолепный дефенс показывают нам парни. Ловят отличные тайминги, поджимают очень грамотно. Делают всевозможные выпады под флешки. Ну и все это способствует счету, который на табло. Так, так, так. Ну и вот последний шанс зацепиться за еще один раунд команды Нави в первой половине. Видимо, Зевс пытался выйти уже с погреба. Устроил там какой-то кипиш, надымажил Мишу Эвила. Ну и Нави потихонечку перетягивается на аплент. Скорее всего, это будет выход на подраскидочку. Вот Зевс опять-таки же наглеет на апленте. Но тут находится вообще аэродинамик с АВП. Но Зевс все-таки забирает Эвила в пленте. И есть небольшие шансы, но потащить этот раунд. Нави продолжает заходить на А. Прилетает куча флешек. У нас вот пропрыгивает. Для меня это был как прыжок. Зевс и Маркел забирают двоих игроков The Nation на планте. И в итоге Флай с Сейздом остаются вдвоем против пятерых. Зевс забирает Флай. Ну, этот раунд можно записать смело в актив Зевс, потому что капитан команды нашел в себе силы. И вот уже так вот, такими вроде, можно сказать, примитивными методами, методом перестрелки с Мишей Эвилом на планте, вот взял и потащил третий раунд для команды Нави. Посмотрим на статистику. Опять-таки же, The Nation идут просто великолепно. 16, 14, 13, 11, 13. Команда играет очень ровно. Все парни убивают. Все, у всех все получается. Ну, по крайней мере, на этой карте. И это была первая половина. У Нави в роли таких вот, можно сказать, активистов выступает Сережа Старикс и Данила Зевс. Немного отстает от них Эдвард, но Сене с Мариком пора проснуться. Потому что вот той игры, которую от них ждут все их фанаты, пока парни не показали за первую половину. Но я уверен, что когда уже команда перейдет за дефенс, мы с вами увидим других Natus Winsor, которые будут бороться за победу в этом матче. Реально противостояние сейчас. Цена на кону. Второе место, можно так сказать. Если НИПы пока еще не оговорочные лидеры, то вот у Нави есть шанс упустить второе место. Но у Знэшнов, соответственно, подняться. Так, ну и давайте посмотрим. The Nation готовит раскидку на аплент. Нави играют, в принципе, точно так же, как и играли The Nation за дефенс. Сеня играет роль чекающего. Вот, The Nation под раскидку выходит на аплент. Ну и теперь посмотрим, что же нам покажет автодиректор. Эвил подлавливает Эдварда, который шел поджимать спину. Ну вот Эдвард явно не ожидал увидеть там Мишу Эвила. Здесь тем временем забирает Кибакина. Эвил также вот идет в спину команде Natus Winsor. Дымажил Зевса до красного. Ну и опять-таки же автодиректор. Смотрим, что же он нам покажет. Эвил все-таки добирает Зевса. Продолжается выбивание команды Нави. Не совсем пока успешное. Но вот Старикс и Маркелов делают по минусу. В итоге ситуация 2 в 2. АРС Флайм против Старикса и Марика. Маркелов ставит отличный хедшот. Начинает дефузить бомбу. Ну и Старикс будет его прикрывать. Да, вот так вот Айра расправляется сначала с Маркеловым, который дефузил, потом забирает Старикса. Еще и взрывается бомба. И, скорее всего, это заявка на победу от команды The Nation. Не дают они Нави начать с камбэка с пистолетного раунда. Но это же Нави. Может, соберутся парни, да, сделают что-то невероятное, то, чего именно ждут от них их болельщики. Давайте посмотрим на карту.
Реально, счет первой половины был таков, что пистолетку проигрывать просто нельзя. Ну, Нави проиграли. Ну, да ладно. Что сделано, то сделано. Надо пытаться тащить дальше. Так, ну, The Nation, в принципе, играет все логично, четко, методично проходят по всем позициям. Никто никуда не спешит. Контролятся всевозможные поджимы. Кибакин стоит на распауне. Но вот все-таки Маркелло забирает аэро, который проходил по зигзагу. Эдвард также пытался сделать минус. Но вот за счет перекрестного огня Нави пытались подловить The Nation в зигзаге. Но вот Сейзет с вертухи влепил Ване отличный хедшот. И в итоге размен в 1 в 1. Девайс пока еще Нави не подобрали. Сейза делает минус Зевс, Сеня моментально разменивает его. И ситуация 3 в 3. Вот видите, пока тоже Нави создают для The Nation проблемы на эко-раунде. Но это пока. Кибакин пытается выйти на плент, продавил он уже Есенина. Понимает, что здесь никого нету. Старик сделает минус Эвил. И вот Сережа такой, что может потащить раунд. Так, ну и смотрите, Маркелов уже красный флай также ополовинился. Флай все-таки забирает Маркелова, ну и Старикс один против двоих. Что же придумает Сережа? Вот посмотрю я за Сережей, потому что именно вот этот парень может тащить раунд и 1 в 2 вообще без проблем. Красного оставляет. Ну вот смотрите, чудо чуть не сотворил Старикс. У Кибакина осталось 3 хп, забрал еще при этом флай отличным хедшотом. Но все-таки не хватило, совсем чуть-чуть не хватило Стариксу для того, чтобы потащить эко-раунд для команды Natus Vincer. И счет становится 14-3. Нави рискуют, закупаются. У Эдварда вообще, по-моему, муха, если я не ошибаюсь. Вот это да. Не хотят Нави играть ничью, в принципе. Я их тоже могу понять. Команда настроена максимально только на победу. Им позволит также и третье место попасть на финал Star серии. Но хотят именно за победой. Зев забирает... Так, я забыл включить автодиректор. Зев забирает Эвила. Флай моментально разменивает его на Есенина. Эдвард уже красный. Ну вот у Нави пока вот большие проблемы. Бомба ставится у нас на пленте. Флай забирает Маркелова. Зевс приходит к спину Вайра, забирает того. И вот ситуация сейчас невероятно важная. Сейз забирает Эдварда в перемычке. Старикс опять-таки же минусует его. И опять-таки же Сережа Старикс с капитаном команды Нави будут пытаться выбить у нас аплент. Ну и Флай делает два великолепных минуса. Забирая сначала Старикса, потом забирает и Данила. И... счет становится 15-3. Нави в шаге от поражения. Ну, а The Nation, можно сказать, в шаге от сенсации. Хотя вот в CSGO это сенсация вряд ли назовешь, потому что реально команда очень-очень хорошо выглядит. Ну, и немного, конечно, разочаровали Нави, но сегодня, наверное, просто не их день. Если бы потащили все раунды, вот, которые могли там тащить 1 в 2, 2 в 2, 3 в 2... Их было, поверьте, очень много. Вы могли это, их видеть на своем экране. Просто вот совсем чуть-чуть не хватало Нави. А без этого никак. Вот даже дело в везении, наверное. The Nation, кстати, играет опять-таки же очень интересно. Кибакин контролирует поджим с ковров. Вся остальная команда находится на противоположной части карты. Потихонечку занимает мидл. И вот давайте смотреть, что же тут будет. Маркелов минусует Сейзеда. Забирает еще и Айра. При этом Флай все-таки успел минуснуть Эдварда. Ситуация у нас 3 в 3. Маркелов красный. Ну и куда же пойдут The Nation? Ну, видимо, направляются на аплент. Марик должен где-то тут подпрятаться. Откидывается флешками. Забирает Сеня Флая. Нави уже в численном преимуществе, но это ненадолго. Эвил с Кибакиным забирает Старикса и Есенина. Остается Маркелов с одним хп против двоих. И, скорее всего, это ГГ. Да, Кибакин находит Марика. Берет 16-й раунд для своей команды. Вот такая вот по счету вроде бы простая победа для The Nation, но на самом деле накал страстей был предельно максимальный. Поэтому, друзья, мы с вами увидели невероятный матч. Следующая игра команды The Nation будет против Непов. Матч начнется через 15 минут. Так что далеко не разбегайтесь, я отправляюсь на рекламную паузу. Ну и увидимся через 15 минут. We'll be right back.
Оставь розетку мне. Мне надо срочно обновить свой блок. У меня заряда еще на несколько часов. Это же ультрабук. Все в порядке. С ультрабук все прочее кажется старомодным. Представляем ультрастильный ультрабук с ультраемкой батареей. Новую категорию компьютеров на базе процессоров Intel.